Быстрее, выше, сильнее. Этот олимпийский лозунг отлично подходит к такому виду спорта, как прыжки с шестом. И соревнования шестовиков постоянно вызывают большой интерес. 34 спортсмена из Краснодара, Славянска на Кубани, станицы Павловской приняли участие в чемпионате и первенстве Славянского района по прыжкам с шестом под девизом «Спорт против наркотиков». В спорткомплексе «Олимпиец» для шестовиков созданы прекрасные условия. Эти соревнования – хороший способ для того, чтобы обеспечить спортивный рост легкоатлетов. Они как отборочные соревнования для участия в спартакиаде школьников, учащихся Краснодарского края в составе сборной нашего района. И для подготовки спортсменов, то есть необходима серия стартов для того, чтобы люди могли выйти на высокие результаты. Соревнования хорошие, соревнования необходимые. И к нам вот приехали ребята из Павловской, из Краснодара, то есть поучаствовать, побороться для развития своей спортивной формы. Легкоатлеты четырех возрастных категорий при помощи шеста взмывали в воздух. И пусть далеко не всегда высокая планка покорялась им, все равно это было очень увлекательное зрелище. По итогам соревнований победу одержали сильнейшие. Краснодарка Арина Шемякина победила в возрастной категории среди девушек 2009-2010 годов рождения. Бегала. Прыгала в длину и всякие разные многоборья выполняла. Но потом мама мне предложила пойти заниматься шестом. И мне очень понравилось, и мне прям нравится. Каждый раз прихожу на тренировки с интересом, прыгаю с интересом. Мечтаю стать как Елена Исинбаева, как Анжелика Сидорова, как все известные прыгуны шестом. София Должикова уверенно лидировала в более старшей возрастной категории среди девушек 2005-2006 годов рождения. Занимаюсь уже очень долго, на протяжении 5 лет, наверное. Сначала я ходила как на любительский спорт, потому что мне просто понравилось прыгать. Но потом я как-то загорелась мечтой очень высоко прыгать и начала очень серьезно прибавлять. Сейчас я иду к своей цели, очень рада этой маленькой победе. Сейчас у нас только начало сезона, мы начинаем с 6 шагов. И уже видно, что я в этом сезоне покажу хороший результат, потому что прибавила конкретно. Я этому очень рада и буду двигаться дальше. Славянские спортсмены выступили на этих соревнованиях очень достойно, завоевав 15 призовых мест. А возрастной категории юношей и девушек 2007-2008 годов рождения и среди мужчин и женщин славянцы заняли все первые и все вторые места. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».